Лишенный детства. В Веселой долине Донецкой области Миша – единственный дошкольник. За 3 года мальчик провел больше времени в подвале, чем на детской площадке. Из-за частых обстрелов даже не сразу начал говорить. Историю продолжит Оксана Корчма. А чем вы прятались, расскажи. Когда началась война, Миша было чуть больше года. Во время обстрела Веселой долины он не понимал, что происходит. Тогда страшнее всего было взрослым. Ну, летом он будет 2 года. Тогда было очень страшно, конечно. Мы обесточены были, в Кленовом перебили подстанцию, и мы были без света, поэтому здесь осталось человек 10 на поселке. Здесь Елена с внуком провела не одну ночь. И хоть сейчас в поселке относительно тихо, в подвале у женщины до сих пор стоит консервация. На всякий случай. Живут Власовы в наполовину заброшенном доме. Жители покинули его после первых обстрелов. Это у нас подъезд, ну, можно сказать, один заселен полностью. А во втором половине никто не живет, там разбито все. За время боевых действий Веселая долина опустела. Число жителей уменьшилось в 4 раза. Но Елене деваться некуда. Пока дочь на заработках, женщина опекает внука. Мише необходимо особое внимание. Стреляли очень сильно. Миша у нас долго не разговаривал. Все, поехали. Мальчик часто просит бабушку отвезти его на детскую площадку. На весь поселок всего лишь 1 качеля. Едем в город на рынок, магазин, куда нам, в больницу надо. На первую очередь нужно зайти нам детскую площадку. Обязательно нужно им пока. За пределы населенного пункта удается редко. Автобусы сюда не ходят. Нет в долине и магазинов. Чтобы выжить, приходится держать собственное хозяйство. Это молоко детям, понимаете? Это творог, это сметана, это все детям. Это кормилица. Это я не знаю, как без коровы можно жить вообще. В тяжелое время семья получает стабильную поддержку от гуманитарного штаба Рината Ахметова. Уже 2 года им привозят наборы выживания. Вот и в этот раз домой бабушка и внук возвращаются с продуктовым пакетом. Я за свой поселок скажу, потому что мы здесь общаемся. Все ну, очень сильно благодарят, понимаете, очень сильно. Нет слов, понимаете. Дело в том, что у нас же и в садике, вот я слушаю, в школе дети приходят, эти психологи приезжают, да, от гуманитарного штаба. Дети очень рады. Уже выдано почти 11 700 000 наборов выживания. Штаб Рината Ахметова регулярно оказывает гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса по обе стороны линии разграничения. Оксана Корчма, Александр Шмырев. Для «Сегодня» канал «Украина».